Готов. Готов. Судья спокойный, как там. Готов, готов. Все. Тут такое ощущение, что, знаете, собрались чаю попить. Ну, а с другой стороны, я знаю, человек, что делает. Кстати, этот судья, он возглавляет, это не просто судья, он возглавляет судейскую коллегию Национальной Федерации Узбекистана. Поэтому достаточно квалифицированный, очень опытный. С разворота как хорошо. Бал прошел. И себе сейчас на спину посадит человека. Нет, довел, не выключился. Какой молодец, а? Какой молодец. Не выключился, руку не снял сверху. И получилось, по крайней мере, ну, не проиграть позицию. Здорово. Заваливается, конечно, длинным правым прямым. Ну, вот. В захвате, видите, развивают. Оба. Жестко выцеливает, на самом деле. Жестко, да. Удар это жесткий, все-таки вес. Вот чистый бросок. Ну, на один балл. И попытка перейти на болевой нет. Ушел. Пошел вот на ручку. Пошел на ручку. Здесь нет. Не удалось. Пойдет. Пока ноги не переложил. Секунд. И все, уже, да, уже не получится. Ну, сейчас будет пытаться заправить, но уже времени просто не хватит. Интересная мысль. Пока сил хватает в первом раунде. Хорошо. Закончить побыстрее, да? Да. Ну, здесь понятно, и молдавский спортсмен, он не лыком шит. Нет, Денис очень опытный. И больше скажу, что спортсмены из Молдовы, они в смешанных единоборствах выступают. В различных... Ну, имеется в виду там ММА. Я понимаю. Да. Ну и сейчас, знаете, такое ощущение, что решил чуть-чуть поработать. Денис вторым номером дать партнёрам вымахаться. Видите, вот он не напуган однозначно, он видит все прекрасно и собранный. Хотя вот видите, уже что-то кровь у него потекла по лбу, рассечение. Это возможно, когда они столкнулись головами вот в самом начале пару раз. Очень опасно бьет ногами с разворота. Опасно, и видно, что жестко. И зацеп снаружи не прошел. Не прошло. Попытку. Сорвался с броска. Накрыл. Захват за пояс. Пошли на спину. Времени не хватит. Есть секунд. Так хорош. Не торопятся в размен руками, да, подходить так. Уже да. Уже да? Цена высока, подобные ошибочки будут. Да, да и потом больно все-таки. Ну, видишь, не по голове-то руками. Да, больно. Здесь ставки высокие. Ребята очень осторожничают. Каждый хочет победить. Но если вы видите, вот несмотря на то, что, ну, как бы это на родине, ну, вот спортсменов, узбекских спортсменов приходят соревнования. Все их соперники, имеют в виду узбекских спортсменов, они все достаточно высокой квалификации. Не подарки, скажем прямо. То есть нет здесь таких подставных. Но вам, как президенту Международной Федерации, было бы просто стыдно показывать данный турнир, если бы навезли мешков своим, да? Однозначно, и да. И смысл такого турнира. То есть кто чему здесь научится и какой пример далее будет показан? То, что вы выступаете у себя дома, и все у вас будет хорошо, а кому это нужно будет? Здесь как раз вот задача, да, наше проведение подобных тур. Прекрасный бросок. Да. Ну вот то, что нельзя наносить удары по ногам, лоу-кики. Про это споров уже было, конечно. Заставляет наносить высокие удары ногами соперников и показать, вот продемонстрировать. Технику ударов ногами. Технику ударов ногами. Хорош. Потому что, вот вы знаете, вы сейчас отметили одну такую немаловажную вещь. Если ты не то что плохо растянут, а просто недостаточно обучен, и ничего кроме лоу бить ты толком не можешь, ты ничего... О, хорош! И правый прямой, и левый сбоку там, и вертушка почти зашла. И тебя никак правилами не вынуть. Ну, хорошо, ты бьешь по ногам, ну, да. И не надо тебе бить выше пояса. Ну, просто не и надо. И учиться не будешь, да. А здесь, пожалуйста, но только выше пояса. Хочешь, не хочешь, будешь и тянуться, и обучаться. Безусловно. Иначе ничего не выиграешь. На одних руках здесь очень тяжело что-то сделать. И
здесь у нас вот еще правила соревнования таковы, что скорость перехода от одной техники к другой должна быть практически молниеносна. Надо очень быстро соображать и принимать решение. Нет возможности отлежаться, подождать, выбрать позицию. А мысль хорошая была. Мысль так, хорошая, есть, да. Есть. Ну, сейчас будет попытка волевой, наверное, сделать. Нет. На ручку ключик прибрали. Пошел. Есть. Нет, ну, уже соскочил. Обратный треугольник тоже не получится. Так, да, да, уже за границу ковра вышли. И вышел, тем более. Ну, молодец. Показал сейчас, насколько обучен. Да? Показал один прием, перешел на другой. Сорвался. Начал придумывать сразу третий. Хорош. Причем в любительской версии рукопашного боя есть еще такое техническое действие, как удержание. Так. И... прошел опять полез. Вот на руку его накатывает. Накатывает, колено не поставил. Ну что, поставил. Улучшился, но здесь пошел рычаг. Ушел с болевого. Молодец, Томас хорошо себя ведет. Денис Томас четко выкручивается с болевого. Так вот, в любительской версии есть удержание, за которое можно заработать за бой 2 балла в общем. Либо 2 раза по 1 баллу. Ага. Удержание 20 секунд общее количество времени удержания за бой, которое возможно сделать. Вот. И переход уже в партере на начало, на болевой либо удушающий прием в любительской версии 10 секунд. А здесь, ой, в смысле 5 секунд, извините, а здесь 10 секунд. Здесь так уже побольше. Так, ну что тут с экипировкой, неполадок какой-то. Одного случился, пояса, да. Второго перчатка. Так, ну, вроде бы все нормально. Так, ну, уже 10 секунд, по-моему, читает. Конец. Из заключительной комбинации хорошо взорвался. Да. Хорошо взорвался. Но по бою сейчас, наверное, все-таки лидирует при равном, в принципе, поединке. Все-таки все равно больше эффективных действий у узбекского спортсмена. Да, согласен. Согласен с вами, Сергей, потому что... И нельзя сказать, вы знаете, что Денис не работает. Нет, Денис работает. Просто пока, на мой взгляд, не подобрал ключ. Узбекский боец более моторный, более разноплановый. И в партере чувствует себя просто замечательно, что, ну, можно отмечать уже, да? И опять, вот попало, да. Разноплановость ударной техники тоже подкупает, заставляет именно смотреть и следить. Постоянный перевод в партер через бросок тоже накапливает баллы. Хочется отметить также, что вот в Республике Узбекистан на сегодняшний день главой Национального олимпийского комитета Республики Узбекистан стал Султанов Алишер Саидабасович. Саидабасович. Да, и вот с ним сейчас мы встречались тоже, и в следующем году, точнее в конце этого года, Узбекистан собирается проводить Азию. Финальный раунд. И они туда пригласят много стран из азиатского, так сказать, континента. И будут подавать заявку в Олимпийский комитет уже вот себя о включении именно рукопашного боя. Как дисциплина? Как дисциплина. В кандидата, да. Сначала, ну, да? Ну, конечно, да. Ну, это, ну, это основная наша цель. Светлая вообще. Мечта практически, да, любого вида спорта. Олимпийское движение. Олимпийское, ну, движение. Нам еще пройти нужно, конечно, определенные шаги. Это развитие на различных континентах вида спорта и в странах. Везде, где есть армия, везде это будет культивироваться в том или ином виде. Ну, потому что, ну, как бы, как-то поправильнее сказать, абсолютно во всех подразделениях есть дисциплина в том или ином виде рукопашного боя. Неважно, как она называется. Дзюдо, не дзюдо, самбо, не самбо. Джиу-джитсу, не джиу-джитсу.
Если это привести к общему знаменателю и армейское командование, ну, оно тоже заинтересовано в том, что, чтобы твои армейцы бились по неким универсальным правилам, да? А не каждый по своим. Ну, мы сейчас как раз обсуждаем этот вопрос, да. Но более того, ребят, которые выступают, завоевывают там призовые места на чемпионатах армии, они допускаются на наши соревнования, на чемпионат России по рукопашному бою. Другой вопрос, что им немного сложнее выступать на соревнованиях по рукопашному бою армейцам. Ага. Именно потому, что есть защитная экипировка в виде шлема на лице. А она немного технику меняет, поединка безусловно, меняет. Безусловно. Потому что там шею напряг, голову вперед наклонил и пошел вперед, рубиться. Да. Да. И у кого, да, крепче. Да, здесь уже, когда попадают в лицо тебе, в нос, в глаза, уже это останавливает, освежает. Немножко. Ох, сейчас. Хорошо прошел. На шаге, апперкот раз, апперкот два. Вот это умение бить на отходе, оно абсолютно незаменимое практически везде в ударах единоборства. Потому что если тебя давит серией, сколько мы с вами это видели, дорогие друзья, сколько замечали, тебя давит серией с прямыми. Если ты на человека хотя бы руки не выбрасываешь, тебя просто забивать будет. Абсолютно. Или забивать, или выталкивать за пределы ковра, татами, неважно. И здесь вот эта работа, причем уже работа-то на коротке, снизу поднимал, всем корпусом, бам, попало, да, два. Вот сейчас пропускаю. Ух, хорошо, хорошо, но прям на границе ковра. Здорово Бекзот атакует Дениса. О, хорош! С разворотом. Ну, в защиту, но достаточно плотно. И здесь... и вышел. Ну, поджимает Бекзот. Безусловно, Дениса. Ну, Денису сейчас надо, конечно, поагрессивнее работать, иначе он этот раунд также отдаст и... Хотя насчет этот раунд отдаст тут еще. Хотя. Бэкфист там. Еще. И апперкот там. И все это, знаете, раздевалку, как любят говорить, с гонгом. Да, оба удара попали, и оба попали красиво. И под заключительные удары. Да, ну концовочку сделал, безусловно, Нурматов Бекзот. Да, ну, наверное, все-таки узбекский спортсмен. Скорее всего. Ну, достойный бой дал, безусловно, Денис Томас. Нет, вы знаете, мне очень понравилось то, что Денис до последнего, как любит говорить, заднюю не включал. То есть у него движение, защитное движение, неважно даже удачные, насколько они были удачными, они были осмысленными. То есть человек не отмахивался, а именно зряче пытался атаковать. Другое дело, что Бигзот, конечно, в мастерстве, вот посмотри, вот какой крючок туда зашел. Два удара, два апперкота причем вошли. Вот здесь пропустил. Они были все-таки зрячие. Зрячие и... Выиграл! Там Бигзот его на классе, на мой взгляд, перебил. Представитель и по делу. Отлично. Шикарный поединок.